Пам, парам, пам, 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 пам. Ребятки, всем привет, с вами Дава Дым. Всех люблю, всех целую. И давайте, собственно, разбираться, что же за черная коробочка сейчас у меня здесь на столе. На коробках. Стола у меня еще нет. Так вот, это новый продукт от компании «Эйфория». Короче, ввожу вас в курс дела. Честно, я в душе не ебал, что такое «Эйфория». То есть я никогда с этими кальянами не сталкивался и не знал, что они вообще существуют. Но, недавно послушав одного блогера, то «Эйфория» — это достаточно крупная и старая компания, которая на рынке уже очень-очень много лет. И поэтому они замутили вот такой вот продукт под названием «Магнета». Нет, это не антигерой из «Людей X», хотя хотелось бы. И, как утверждают эти ребята, этот кальян полностью состоит из магнитов, и собрать его можно за 10 секунд. Ну, конечно же, я Дава Дым, и я это сейчас растяну на целых 15 минут, как я обычно умею, и без ступника, я уверен, здесь не обойтись. Ну, да ладно. Давайте, собственно, все это разбирать, все это смотреть, потому что мне самому интересно понять, что же у меня теперь будет стоять на задней полочке, как одна из коллекционных моделей. Ну, собственно, если бы я этого не сделал, собственно, я не Дава Дым. То есть я порвал уже коробку. И что нас ждет? Первое, нас ждет брошюрка. Давайте сейчас мы ее быстро зачитаем. Я вам ее покажу вот так и покажу вот так. Нам удалось обеспечить защиту магнитов от прямого контакта с водой. Вот про что я говорил. Укрыв их заглушками из полицетали, мы отобрали самые надежные магниты с трехслойным покрытием. Тесты в кальянах показали живучесть магнитов при активной эксплуатации. Но несмотря на это все, мы положили в коробку запасные. Вот это охуенно, молодцы, ребята. Благодаря этой схеме ты можешь самостоятельно выполнить их замену при необходимости. Выдавить магнит с помощью мундштука. Почему, я не знаю почему, но мне стало очень смешно от слова «выдавить». Вытащить магниты с помощью отвертки, открутить втулку с помощью монетки. Ну, сложновато, но я думаю, что базовые магниты, как минимум, еще год, с ними ничего не произойдет. Теперь приветствие, дорогой друг, это я вам. Поздравляю тебя с приобретением кальяна-магнета, это они поздравляют меня. Создавая его, мы в первую очередь думали о твоем удобстве и комфорте, поэтому разработали шахту и диффузор на магнитах. Теперь тебе не надо откручивать и закручивать погружную часть. Ты можешь забыть про неудобства неразборные кальяны, про неудобные неразборные кальяны, которые занимают много места. Вопрос. А чем разборный от неразборного отличается в плане компактности? Он может иметь в виду, когда ты их раскладываешь? Ну, ладно. Просто потяни вниз за нижнюю шахту, и все, кальян разобран. Второе, улучшение блюдца на плотной притирке. Достаточно насадить блюдце на конус, и оно будет надежно зафиксировано. В то же время его легко снять легким ударом ладони снизу. Все металлические части выполнены из нержавеющей стали и отполированы до блеска. Все сделано так, чтобы кальян служил долго и радовал тебя своим внешним видом. Уверен, ты по достоинству оценишь все наши старания. Твоя команда «Эйфория». Бумажку убираем. Так, и нас ждет такое большое количество коробочек. Поэтому давайте мы сейчас все вот так вот сложим сюда и потихонечку будем все вытаскивать. Начнем, наверное, с вот этой коробочки. Так, идем. Ох, кайф. Ну, блюдце. Это отдельный респектос. Вроде бы как бы все такое, но детализация охуительная. Но блюдце само по себе мне как-то, ну, нейтрально. То есть я не скажу, что оно прям охуительное. Если убрать вот эту гравировочку, то это обычное классическое блюдце, которое мне бы не очень сильно понравилось. А вот тут есть еще очень интересный момент. Все это покрыто каким-то материалом. А вот эта вот обрамочка, она чисто из нержи. Ну, из металла там еще. Так, это мы убираем. Блюдце вытащили. Так, погнали смотреть, что у нас в маленьких. Ага, мундштук. Это круто. Если во всех кальянах идет мундштук «Эйфории» индивидуальный, то это очень здорово. Надеюсь, его положили не только мне. Так, это мы тоже выкидываем сразу. Так, что у нас здесь в этой коробочке? Ага.
Тут-то я уже вижу знакомые мне элементы, знакомые мне черты нижней части мундштука, потому что мундштук, скорее всего, сборный. Это у нас такой момент. Давайте, я не буду говорить, напишите вы это в комментариях. И если ты не знаешь, на что эта деталь похожа, то просто зайди в комментариях, и я уверен, что многие ответят правильно. Так что, если вы знаете, на что это похоже, пишите в комментарии. Это у нас нижняя часть мундштука. Это мы тоже выбрасываем. Здесь что-то тяжеленькое. Это у нас погружная шахта. Она из нержи и отполирована, я вам скажу, ну, не идеально. То есть, ну, прям не идеально. Своего отражения я в нем не вижу. В полировке. Так, у нас есть... Смотрите, парни. Оп. И это все на магнитиках. То есть... Да, то есть прям, ну, вот это интересно. Съемный диффузор с отверстием снизу, и он на магнитах. Магнит, собственно, спрятан вот здесь. Вон там я вижу еще пару магнитов, то есть все это закрыто заглушкой. И, ну, это прикольно. Это прикольно. Покамись ничего плохого не могу сказать. Покамись только вместе с вами охаем и ахаем, как это пока интересно. Так, Так, это я все выбрасываю. Это у нас мундштук, как я понял, скорее всего. Да, эйфория. Такой вот мундштук, ну, так вот очень прикольно выглядит. Так, ага. Так. Идем к большим коробочкам. У нас есть вот такая вот большая тяжелая коробочка. Так, мы сейчас ее откроем. Ага, он здесь сразу идет в сборе. Так, вот тут еще есть деталька, и вот тут еще есть деталька. Сейчас, это шарик. Так, давайте смотреть. А, я вас наебал, то, что он полностью без резьбы. Нет, у него резьба есть. Ну, короче, из первых, на что это похоже? С маленьким таким радиатором, цвет достаточно прикольный. Из косяков ничего такого нету. Очень интересно сделан логотип эйфории. Так, что у нас? У нас здесь тоже магниты. И вот здесь, собственно, монеточкой можно все это будет открутить. А, еще есть клапан. Клапан вот такой вот прикольный. И есть, собственно, вот такая вот жемчужинка. Так, давайте. Тоже на магнитах. Тоже ничего не нужно крутить, выкручивать. Ну, покамись все окей. Сразу комплектуется резиночкой. Так, сразу давайте бросим наше блюдце. Стойте. Да, здесь весь прикол в том, что его не обязательно разбирать полностью. Вот это круто. То есть, по факту, это съемное блюдце, и это реально удобно. То есть, ты вот так вот поставил. Все, ты вот так поставил, угольки просто снял, выкинул. Это очень круто. Здесь ничего против не имею. Давайте теперь смотреть самое интересное. Опа, вуаля, все, кальян собран. Ну, не знаю, вот честно, не буду пиздеть, но, по крайней мере, пока я все это не потестил в течение месяца, я не могу этому доверять. Ну, как-то, как сказать вам, ну, опасно. Давайте, да, будем считать, что это опасно. Так, давайте смотреть, что у нас есть дальше в коробке. А, дальше нихуя у нас нету. Так, у нас есть шланг. А, собственно, вот они, сами запасные магниты. Что-то все падает сегодня. Сами запасные магниты. Их 3 штуки. И, конечно же, резиночка тоже в комплекте под чашечку. В целом, ну, выглядит здорово. То есть, эргономично, компактно, не огромно, но вот блюдце, я вам скажу так, что оно у меня до конца не садится. То есть, ну, как бы я ни хотел, да, оно у меня прям до конца не садится и постоянно идет вверх-вниз, вверх-вниз. Думаю, я, может, что-то неправильно сделал. И вот этот момент меня тоже немного напрягает. Да, это здорово, да, это круто.
Так. А, и шланг, собственно, у нас тоже в комплекте. Это Soft Touch, самый обычный, самый классический. И давайте, собственно, мы сразу все это соберем. Ну, вот так вот это все выглядит в сборе. Поэтому давайте я сейчас пойду быстро забью чашечку, заполню колбу водичкой. И мы, собственно, его раскурим и поговорим про тягу, про продувку и про другие какие-то основные моменты. А пока я заливал воду, забивал чашку, я примерно смотрел и пришел тоже к нескольким таким выводам, которые мне в этом кальяне пока не очень нравятся. А, мне не нравится, что нижняя шахта погружная, она люфтит. То есть, да, магниты круто, но есть люфт. Если убрать этот люфт, то будет, то есть, как-то понадежнее смотреться, и ты не будешь миллион раз задумываться о том, что это выпадет. То есть, от чего я задумываюсь, что это может сейчас упасть и разбить колбу? Ну, у меня такой просто страх. А, потому что нижняя погружная шахта, она люфтит. Также я не понял немного прикола с блюдцем. То есть, ну, оно у меня никак ровно не садится. То есть, оно либо вот так, либо вот так. А вот плотно одеть, как будто немного ошибились в миллиметре. Так, я забил чашечку. В чашечке у меня Brazzers. И это, наверное, мой самый любимый вкус из Brazzers. Это Intense Orgasmic. Это такой сливочно-клубничный вкус. И давайте, собственно, попробуем уже раскурить, посмотреть, как он курится, как он продувается, какая у него тяга. И уже подвести итоги всего, что у нас есть от эйфории с кальяном магнета. А, что касается мундштука. Вы уже написали правильный вариант, на что это похоже, но он как-то, мне кажется, из-за верхней части немного то ли удобнее, то ли прикольнее, но круто. Теперь, что касается тяги, несмотря на диффузор, который, между прочим, справляется охуительно, учитывая, что вот это у меня микрофон, а это я затягиваюсь, он очень нехуево поглощает вибрации. И курица тоже довольно-таки неплохо. Что касается тяги, она здесь мягкая, равномерная. Не сказать, что прям легко, и не сказать, что тяжело, а вот так, как надо. По внешнему виду и косякам. А не учитывая, скорее всего, это единичный случай, как мы привыкли, как я, по крайней мере, привык, что ко мне часто приходят кальяны с каким-то браком, поэтому я уже так сильно этому не удивляюсь. А, косяк с блюдцем у меня и косяк с люфтом непогружной шахты. В остальных моментах никаких косяков я не заметил, не увидел, и мне это прям очень-очень понравилось. Внешний вид мне тоже нравится. А, основание у него очень такое тот, утонченное, назовем, да, это так. А, работа клапана. Она крутая. Но, допустим, при цене в 9000 рублей, я образно говорю, потому что я не знаю точную его цену и какие у него комплектации, потому что ценовой информации я не нашел. То я считаю, что с таким люфтом и с вот такой вот таким вот блюдцем, я надеюсь, что это единичный случай, немного дороговато. А если все эти минусы убрать, то вполне адекватная цена 9 тысяч или там 10 тысяч за кальян. Который курится тоже очень хорошо. Ну так вот, давайте, собственно, я попробую подвести свои оценочки. Так, из 10-бальная шкала я этому кальяну ставлю именно за данную модель 7 баллов. За что минус 3 балла. Первый балл это за блюдце в данном моменте у меня. Возможно, если у вас будут магнеты с нормальным блюдцем, то смело накидывайте 1 балл. То, что люфтит
погружная шахта, это я тоже думаю, что это не брак, это так и есть, то есть это серийное такое производство, и возможно у вас тоже оно будет, блядь, люфтить как хуй в проститутке. Теперь, за что я списал еще один балл, это за магниты, то есть я, ну, блядь, я заведомо их списал, то есть, да, заочно, то есть заочно я их списал. Возможно, что эти магниты проживут у меня и год, и я вообще не буду к ним прикасаться, но на данный момент в магнитах я 100% не уверен. И вот такая вот диковинка, которой я еще пока не готов. Я привык к резьбе, блядь, и когда все точно, ты закрутил нахуй и пиздец. Поэтому это кальян эйфория с магнета, кальян полностью на магнитиках, так сказать, то есть, да. Единственная часть, которая здесь не на магнитах, это коннектор под чашку. Все остальное здесь на магнитах. Поэтому, ребятулечки, это Дава Дым, это кальян эйфория магнета. Так что напишите, что вы думаете об этом кальяне. И напишите, кто шарит в этой теме, когда же магнитам придет пиздец. Так что пока-пока.